Верхневолжье продолжает оказывать поддержку бойцам в зоне специальной военной операции. Так, Тверской волонтерский штаб «Помощь Донбассу» при поддержке областного правительства направил на передовую еще 3 автомобиля. Об этом рассказывает наш корреспондент. Тверская область направляет гуманитарную помощь нашим военнослужащим регулярно. По поручению губернатора Игоря Рудени ведется комплексная и системная работа по отправке в зону СВО автомобилей, необходимых бойцам. На прошлой неделе на передовую отправлено 3 машины. На это еще столько же. Всего передано 58 автомобилей. Нам очень нужен транспорт для доставления, для эвакуации наших ребят, для доставления БК, еды, провизии. Да, УАЗики у нас они не подводят. 2 машины будут доставлены на луганское направление. Одна из машин, автомобиль УАЗ, повезла особенный груз 352-му мотострелковому полку, где служат жители Верхневолжья. Такая трогательная очень отправка, потому что там не только средства гигиены, медицины, маскировочные костюмы, рации, но и личные посылки, которые жены передают мужьям, матери передают сыновьям. Это 2-й автомобиль и груз наш родной Тверской полк, когда жители Верхневолжья помогают своим бойцам. Внести личный вклад в поддержку защитников Отечества может каждый. Штаб помощи Донбассу работает по понедельникам и четвергам с 12 до 2 часов на базе мультимедийного парка «Россия. Моя история».